надоели тараканы, никакого нет житья. Домовые партизаны извели в конец меня. Никакого с ними сладу, тут буханку украдут, там у жены собрут помаду, бегут и убегут. Быстро бегают, как зайцы, но не догонишь, не убьешь. А расплатились, как китайцы, просто шагу не шагнешь. Я извелся в доску с ними, сам стал тощий, как засох. Невозможно жить в квартире из-за этих грызунов. Хлеба ставишь на окошке, через 5 минут придешь. Как увидишь только крошки, благим матом заорешь. Снимешь на ночь свои брюки, подождут, пока уснешь. Утром сунешь в брюки-руки, по полсотни достаешь. Накупил я как-то яду, как жилплощадь оросил. С тараканами нет сладу, а вот тещу отравил. С каждым днем звереют гады, как зайдешь, где потемней. Нападают из засады, гонят сволочи в зашей. Этим варварам усатым с кучей матов и угроз сочинил я ультиматум и в кладовку им отнес. Ультиматум эти звери, видно, приняли всерьез. Так что, выбив носом двери, еле ноги я унес. Сейчас живем с женой оба у ее родной сестры. Тараканов, слава богу, нет, только вот клопы.